Кабаева озвучила то, что много лет тщательно скрывала. О прославленной гимнастке долгое время ничего не было известно. После завершения карьеры в 2007 году Лина Кабаева много лет работала в Госдуме, а сейчас занимается собственным благотворительным фондом и занимает должность председателя Совета директоров холдинга «Национальная медиагруппа». Любимица россиян с головой погружена в работу, из-за чего уже несколько лет не появлялась на публике. Поэтому любая новость о 38-летней олимпийской чемпионке вызывает ажиотаж в сети. Так, на днях для программы «60 минут» канала «Россия-1» звезда Олимпиады 2004 в Афинах высказалась о скандальной ситуации с гимнасткой Диной Авериной. Алина назвала историю с несправедливо засуженной на Олимпиаде в Токио россиянкой «вопиющей» и заявила, что ее младшая коллега выступила прекрасно, сделав все четыре вида программы отлично. Кабаева появилась перед камерой в изысканном ажурном платье алого цвета и предпочла лаконичные украшения в виде серег-колечек. Изюминкой образа для поклонников стало сверкающее обручальное колечко на руках Алины.